Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня в видео я хочу показать вам свой заказ по седьмому каталогу 2019 года в компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Наконец-то, девчонки, и я получила свой заказ долгожданный по каталогу номер 7. Я сейчас покажу вам, что я заказала. В основном это, как всегда, выгодные акции, предложения, некоторые из новинок. И сейчас еще раз хочу напомнить новичкам. В этом каталоге компания Faberlic продолжает дарить 1000 в подарок за заказ от 2000 рублей. Если ваш заказ 2000 в цене каталога, то у вас при утверждении заказа списывается автоматически 1000, и у вас к оплате остается 1000 плюс сбор за доставку. Но если ваш заказ будет на сумму 2500 рублей, то при заказе последующему восьмому каталогу с 20 мая вы бонусом получаете в подарок еще 3 средства. Это 2 товара из серии «Дом Faberlic» для очистки духовок и плит и всей посуды на кухне. Можно с легкостью очистить любой нагар. Также средства для мытья полов. И предлагают еще вам получить в подарок салфетки для автомобиля. Ссылка для регистрации всегда есть под моими видео. Регистрация бесплатная. Если вы проходите по моей ссылке, то помощником в компании, вашим наставником стану я автоматически. Буду помогать вам по всем вопросы. Мы будем с вами обязательно общаться, и вы можете всегда, когда вам нужна какая-то помощь, в любое время ко мне обращаться, я всегда вам помогу, я вас не брошу, не переживайте. Вы знаете, хочу еще раз напомнить о том, что с седьмого каталога у нас действует скидка, то есть мы снова перешли к дифференцированной скидке 20 и 26%. Итак, а теперь давайте смотреть, что же было у меня в заказе. Уже вот покрасовался перед вами каталог номер 8. Я заказала буквально вчера несколько новинок из этого каталога. Как только они придут, я их попробую и вам обязательно расскажу впечатления. Не все новинки я заказала. Во-первых, не все были на складе. А во-вторых, я взяла, в общем, то, что меня особенно заинтересовало. Итак, у меня в заказе были салфетки. Я уже кое-что, девчонки, отдала. Вчера раздала клиентский заказ, отдала то, что вот у меня заказывала. Я заказывала для мамы. Ну и то, что осталось, вам сейчас покажу. Заказала я две упаковочки салфеток. Они сейчас идут бонусом за покупки по выгодной цене. Кстати, в восьмом каталоге у нас в серии «Эксперт» появятся новые салфетки. Я их тоже взяла. И вот как они придут, обязательно вам расскажу впечатление. Салфетки отличные. Мне здесь очень нравится отдушка, и они прекрасно работают. Дальше следующее, что было в заказе, у нас также бонусом за покупки на втором шаге из серии Faberlic Expert Pharma можно заказать средства для волос. Это шампуни, это кондиционеры и маски. Я взяла свою любимую линеечку с маслом Амлы. Есть там и другие линейки. И вот в каталоге, по-моему, 139 рублей цена за минусом скидки. Получается очень выгодно. Кто не знает, Амла — это индийский крыжовник, который очень богат витамином С, поэтому эта серия подходит для заметно поврежденных и пористых волос, для глубокого восстановления волос. Постоянно приобретаю, чередую эту линейку, уже вам, наверное, с ней надоело, но вот постоянно вам ее показываю. Далее я взяла, по-моему, я приобретала, не помню, девчонки, вот точно, то ли по накопительной программе за 20 баллов каждую, то ли я взяла по выгодной цене, так как в каталоге бонусом идут они по 69 рублей. Обожаю эти маски тканевые, они шикарно работают, у них результат моментальный, то есть после снятия маски его сразу видно. По-моему, всего у нас 6 видов представлено, некоторые у меня есть, но те, которые вот уже нету, я взяла и буду приобретать еще. И, по-моему, в восьмом каталоге тоже будет выгодная цена. Взяла я увлажнение с экстрактом лотоса. У меня тип кожи комбинированный в Т-зоне, но все-таки увлажнение, наверное, вот нужно любой коже. И эта маска с этим прекрасно справляется. И здесь есть экстракт лотоса, водоросли и аллантоин. И вот так она у нас выглядит. Если что, артикулы не буду называть, все будет в описании под видео. Конечно, вы знаете, вот многие жалуются, что лекало у маски достаточно большое, но ну вот, в общем, сюда аж на уши попадает, но все-таки
Это маски не корейские, это маски наш производитель Ленинградская область. Здесь вот еще вот у нас по старому названию указано города. И эти маски, в принципе, они больше, ну, наверное, не на корейский тип лица, вот не на азиатский, а на вот европейский рассчитаны. Поэтому, ну, я думаю, это все уже мелочи, вот, как говорится, наши вот такие вот придирки к идеалу, да, но маски, они отлично пропитаны, и они шикарно работают. И вот маска питания с маслом макадамия. Я вам говорила, у меня кожа комбинированная, поэтому вот эту маску я самую последнюю попробовала, но, несмотря на это, она мне очень понравилась. Она прекрасно питает, здесь есть алоэ, которое успокаивает кожу, и кожа становится очень нежной, такой вот напитанной, бархатистой, тоже маска отличная. Вообще вот масло макадамии, оно очень ценно вот в составах кремов, поэтому если где-то видите, что есть макадамия, берите, просто вот придает эластичность коже. Отличную маска, хорошая. Дальше следующее, что заказала. Так как я первый заказ не утвердила и уже действовала программа VIP и накопительная, то по VIP-программе со скидкой 70% я взяла пачку стирального порошка с ароматом «Альпийские луга». Вы знаете, я как-то вот, ну, в пустые баночки не сохраняю вот эти упаковки, сразу их выбрасываю, но хочу вам сказать, что я вот где-то раз в месяц обновляю пачку, то есть я стираю почти каждый день, и на месяц мне хватает. Здесь очень приятный аромат, обожаю этот порошок. И вы знаете, я уже вот честно забыла, когда последний раз я ходила в магазин за бытовой химией. Я ее полностью покупаю в Faberlic, и я полностью довольна качеством. Отличное качество. Я бывает даже вот заходишь в Магнит Косметик, и там вот в этих отделах вот это испарение этих порошков, и всегда у меня первая мысль, думаю, господи, как они тут вот, ну, бедно тут вот сидят, вот вдыхают вот эти пары, очень такие вот насыщенные, а вот Faberlic, вот вы знаете, все равно вот такого нет, и вот за это я люблю бытовую химию. Я, наверное, только хожу за тряпочками, за губками, за мочалками еще могу сходить, вот которые мне нужны. А так полностью здесь все покупаю. Далее я взяла по накопительной программе, у меня было много накоплено баллов, так как были большие заказы, это Faberlic Men дезодорант антиперспирант. Он действительно антиперспирант, обращайте внимание, есть у нас просто парфюмированные, которые вот как дополнительно для аромата, они запах пота не держат. А если вот, допустим, там у вас вот молодые парни, да, если, например, вот если у вас занимаются спортом, вот на секцию ходят вот сыновья, допустим, да, то прекрасно защищает. И вот в отличие от Celsius, он не такой ядреный, он не так раздражает слизистую. Но аромат здесь очень приятный, поэтому, в принципе, вот постоянно его приобретаю, и хорошее соотношение цены и качества, тем более по накопительной мне вышло бесплатно. Взяла я по хорошей сниженной цене, сейчас скидка 45%, свой наилюбимейший продукт, это восстанавливающий активный спрей из серии «Легендарный кислород». То, чем отличается эта серия, то что в ней максимальная концентрация кислородного комплекса «Нововтем», который позволяет коже дышать и который усиливает действие ингредиентов в составе кремов и вот таких вот средств. Вы знаете, я его использую особенно вот по утрам в качестве тоника, мне очень нравится его эффект. И вот сейчас на жару, если сухое жаркое помещение, да и зимой, когда вот отопление и хочется увлажнить кожу, то продукт отличный. Вы знаете, я не пробовала, но вот по отзывам девчонок многие говорят, что это самый лучший закрепитель макияжа. То есть вот многие наносят макияж и потом его хочется вот закрепить, и вот он прекрасно закрепляет. Я не пробовала, но уже вот я ни от одного человека слышу, что этот продукт вот так великолепно работает. Также, если вы пользуетесь скрабами, пилингами, он прекрасно успокаивает кожу после их применения. Если используете маски перед масками, после масок его можно наносить. В общем, у него широчайший спектр действия, и продукт действительно шикарный. Сейчас хорошая цена, обращайте свое внимание. Я считаю, что он, наверное, ну, у каждого должен обязательно быть. Далее, девчонки, я заказала
Также по баллам, по накопительной программе, я, наверное, вам, да, говорила в пустых баночках, это маска для ног из серии Этноботаника. Это у нас серия раньше была в каталоге, ее вывели, и вот в этой линейке был скраб, крем и маска. Маска, она в своем составе имеет очень много масел. Вот если вам интересно, так, конечно, камера не уловит, но вы можете найти, вот посмотреть состав. Здесь действительно вот много масел, и эта маска, она прекрасно питает. Вот здесь вот прямо даже зачитаю: это многофункциональная маска для ног, быстро решает проблему сухой и растрескавшейся кожи стоп, интенсивно питает, увлажняет, смягчает и восстанавливает загрубевшую кожу, а также тонизирует и дарит ощущение свежести и комфорта. Такой приятный аромат лайма имеет, немножечко вот прохладный, травяной, очень приятный. Идеально подходит для ухода за стопами, с трещинами, в том числе и глубокими. Вы знаете, я вот использовала вот эту маску, у меня как-то вот я покупала, была, и использовала бальзам для стоп гладкие пяточки. Вот они примерно одинаковые. Ну, вы знаете, мне кажется, это даже, наверное, посильнее будет вот именно за трещинами ухаживать. Просто шикарно. Я очень надеюсь, что компания все-таки нас услышит, вернет в каталог эту маску, так как она, правда, работает и работает шикарно. Конечно, она питательная, очень такая, но она впитывается, впитывается не так быстро, поэтому если вы куда-то собрались там прогуляться перед сном, после нанесения, какие-то старые тапочки нужны, либо просто вот чуть-чуть посидели, она подвпиталась, и вот за ночь работает великолепно. Я вам скажу сейчас ее артикул. 21.12, но в накопительной за 20 баллов она есть. Я заказала 4 штуки. Одну я вчера уже подарила. И вы знаете, я вот думаю, надо, наверное, было вот еще запастись. Давайте скажу вам срок годности. Изготовлена 08.18, и у нас 18 месяцев. Вот срок годности, в принципе, хороший. Ей еще вот года нет. Буду пользоваться с огромным удовольствием. Шикарный продукт. Для меня вот, наверное, 3 шикарных средства. Вот на данный момент выделяю. Это вот эта маска, бальзам для стоп гладкие пяточки, и 5 в одном из серии про ноги. Ну и также там вот у нас и с маслом оливы есть хорошая маска. Но вот эти 3 для меня любимые. Далее следующее, что было в заказе, это, девчонки, зубная нить. Тоже я ее взяла по накопительной, по баллам. Вы знаете, в принципе, и в каталоге цена 99 рублей неплохая. Но вот я постоянно пользуюсь этой нитью. Она, в принципе, неплохо работает, но немножко может лохматиться. Вот есть, бывают такие вот минусы. Мятный аромат, но я бы не сказала, особо никакого аромата нет, но в принципе неплохая нить. И вот для того, чтобы вот труднодоступные участки между зубами почистить, одних тоже забывать не надо, так как, ну, если мы не пользуемся, конечно, тогда они у нас и так от экологии, у нас всегда наши зубки быстро портятся, а вот с помощью нити, конечно, этот процесс можно немножечко замедлить. Далее следующее, что взяла, это будет у меня 2 товара, которые я заказала на подарок. Я, девчонки, взяла, по-моему, со скидкой тоже вот 70% как VIP-консультант, помада бархатный сезон на кнопочки, и это натуральный бежевый, по-моему, оттенок 58. Вот если вы любите нюд, такой немножко вот холодный, то эта помада, вот красивый оттенок 40058. Не буду ее открывать, вы у меня такой оттенок тоже часто видели на губах. И еще один товар я взяла на подарок, по-моему, тоже я не помню, приобрела по баллам. Или вот у меня еще скидка была 70% из прошлого каталога, я одну использовала. Это, девчонки, вот пудра «Модные правила» в артикуле 62.19. Давайте я покажу вам ее. Она в каталоге сейчас тоже есть. Это вот моя пудра. Вот так она выглядит. Здесь вот несколько оттенков, можно по отдельности, но как-то мне не совсем удобно. Я наношу, смешивая вот сюда, вот на вот эти участки, и получается очень такой красивый, немножечко вот такой отсвечивающий, здоровый цвет лица. Красивый тон получается на лице. И вот мне еще нравится вот из этой линейки запеченная пудра, она тоже вот просто шикарна. Дальше, следующее, что заказала, обратите внимание, я вот в чате своим девчонкам написала о том, что у нас в каталоге вернулся крем «Малофтилин», тоже заказывала я 4.
Один я уже вчера отдала, и этот крем я, вы знаете, вот еще ни разу не пробовала. Я его только, у нас была региональная конференция в городе, и вот там у нас представляли продукцию Денос, и вот интересная конференция, где много полезного было, и я пробовала только вот на запястье этот крем. У него очень приятный такой аромат, вот именно травянистый, немножечко такой, как, наверное, с мятными такими нотками эвкалипта. И вы знаете, вот ощущение потом на коже, где его нанесла, он быстро впитался, была невероятная гладкость, очень приятная. А у этого крема широчайший спектр действия. И вот давайте покажу вам еще раз его поближе. Назову вам сейчас его артикул. И здесь его 50 мл и артикул 70912. Вы знаете, я в чате вот у девчонок у своих спрашивала, и сказали, что постоянно вот берут, и когда его не было, прям очень ждали вот возвращения этого крема. На молодой коже с воспалениями борется. Затем я слышала, что вот можно с помощью аппаратов Денос, не помню точно какой, можно лечить насморк. То есть и вот первые симптомы гриппа, мазать вот здесь пазухи носа им, и даже вот на язычок немножко кто-то вот, когда вот аппаратами Денос, ну, я не буду вот в эти подробности вдаваться, но вы можете просто набрать в интернете, вот погуглить, почитать о креме Малофтилин, насколько он, девчонки, здесь, ну, просто здесь у него состав, во-первых, здесь очень много масел, то же самое масло макадамии есть, вот я не буду тоже вот сильно вам, здесь есть и цинк в составе, и, по-моему, ионы серебра. Вот здесь указано, что 97% натуральных компонентов не содержит парабенов, масел синтетических, красителей и отдушек. И вот в этом креме, также вот как у нас, например, Фаберлик, есть кислородный комплекс на Вовтем, то здесь тоже есть специальный, то есть он изготовлен на основе чрез кожного проводника с растительными экстрактами и маслами. Это проводник называется Арласолв. Арласолв, по-моему, или как-то так, но не буду вам коверкать. Это проводник биологически активных веществ. Он транспортирует через кожу природные компоненты, усиливает их активность и продолжительность действия в несколько раз. Также здесь натуральные масла: макадамия, жожоба, бурити, кедра, масляные экстракты конского каштана, календулы, облепихи, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро, депантенол, мумиё, ионы цинка и меди, витамины Е и Ф. То есть он предназначен для ухода за кожей и за телом. И вот рекомендуется сочетать его также с применением аппаратов Денос и Диаденс. Наносить крем до или после сеанса. Но это вот вы можете все-все потом подробно прочесть. И много еще у него вот лечебных таких свойств. Давайте покажем, как он выглядит. Я пока еще не распаковывала. Вот такая здесь мягкая туба. Здесь все у нас закрыто. Ну и давайте, наверное, я вам один открою. Так как все-таки я планирую использовать, покажу вам его консистенцию. Он такой же вот беленький, и он очень быстро впитывается, имеет очень-очень приятный аромат. В общем, я взяла, вот еще буду тоже вот своим родным дарить кремы, попробовать, и обязательно тоже вам советую вот хотя бы один. Может, много, если вы не пробовали, набирать не стоит. Ну, это не все мои кремы, но вы знаете, вот я считаю, что один, наверное, на пробу все-таки взять стоит. Очень приятные ощущения. И такой вот аромат, вот немножко как вот звездочки, вот бальзамический такой аромат, вот именно натуральных вот природных компонентов, травянистый, немножко он такой вот как с эвкалиптом. Ну, он, вы знаете, достаточно быстро впитывается, прям приятные такие вот ощущения на коже. Я думаю, что можно его и на пяточки, на те же наши, наносить. В общем, вот такое средство. Далее, следующее, что я взяла, это помада Овация полуматовая, мой любимый оттенок, который называется лиловый твит. Он сейчас у меня на губах нанесен. Немножко, может, окно бликует, не сильно вам видно, но это мой любимый оттенок. У меня такая помада есть. Давайте покажем, как она выглядит. Вот такой тон. Ну, вот это я пользуюсь, и мне очень нравится. И, кстати, девчонки, я уже говорила, что на складе есть несколько оттенков, несколько штучек, не очень много. Это оттенок, это 32-й, а есть 30-й оттенок.
оттенок, натуральный вельвет, который еще светлее. Я знаю, что многие также за ним прям вот гонялись, за этим оттенком. И обращайте внимание, он без скидки пока идет, но все-таки вот красивая помада. Если вам нравятся такие вот розовато-лиловые, она очень красиво смотрится. Особенно вот, наверное, с чуть вот розоватыми тенями, с такими вот сиреневыми тенями. Ну, в общем, с таким вот в лиловой, на гамме макияжем и вот с нюдовым она будет красиво смотреться. Дальше я взяла еще один оттенок лака. Это ягодный микс Very Berry. У меня в пустых баночках уже 76-32. Мне очень понравился этот оттенок. В один слой прекрасно наносится, не полосит. Тон шикарный. Красивый такой розовый нюд. На каждый день очень красивый пастельный тон. Поэтому вот я вам его тоже могу посоветовать. Далее я взяла для своей племяшки вот такой блеск для губ. Это блеск из коллекции Lolly Lips. По-моему, сладкая вата, самый светленький. Но она у меня ей только вот шестой годик. Но уже вот интересуется вот такими штучками там и кисточками. И вот всем и зеркальце. Все-все нам надо. Конечно, хоть мы и маленькие, но мы же модницы, мы девочки, правильно? И вот я думаю, что она прям вот ждет, будет очень рада получить такой вот для губок. Но он очень светлый, светлый. Думаю, что даже вот и таким вот девчушкам уже, кто вот маленький, да, я думаю, что можно прям чуть-чуть разрешать, подкрашивать губки, ничего страшного. Также взяла я первый раз мужскую туалетную воду. Это недавняя новинка. Эта серия у нас крузер-крузер. И, в общем, всегда путаю ударение, поправьте, если что. И это Сафари водичка. Вы знаете, вот вообще мне эта линейка не очень нравится, но Сафари еще в пробнике понравился аромат. Для меня сразу вот я услышала смесь такая вот легкая Юдашкина и Альтернатив. То есть он такой чуть сладковатый, немножечко пряный, немножечко и свежие нотки. И вот такие нотки кожи, наверное, в нем ощущаются. Очень приятно, девчонки. Прям вот, вы знаете, вот он сейчас стоит, по-моему, 399 в каталоге со скидкой 45%, а выходит 296, по-моему, со скидкой вот 26%. Вы знаете, вот 300 рублей водичка, да, вот сейчас стоит в закупке. Здесь объем хороший, по-моему, 50 миллилитров, но когда ее вот наносишь, я вот уже в крышечку попробовала ее пшикнуть, вот не скажешь, что это вот дешевый такой вот парфюм. Дорогой аромат. Очень приятный. Если вы ищете альтернативу, вот Юдашкин у нас дорогая водичка, вот очень схожую по ноткам, то возьмите Сафари. Вот именно Сафари. Я первый раз попутала, заказала не Сафари, а другую. Вот я еще раз обращаю ваше внимание, Сафари. Вот приятная будет, 32-35 ее артикул. В общем, вот такая упаковочка и приятный, очень приятный. В общем, не пожалела, что я ее заказала. Вот у меня уже ее и сын протестировал, и очень понравился аромат. Такой он, я думаю, что, конечно, на жару больше такие морские нотки любят, но не все их любят. А вот эта, она и не приторная, и вот такая ненавязчивая. Звучит приятно, довольно. Я думаю, вот не одна я, наверное, такого мнения. И я вот уже тоже где-то слышала, что кому-то также напоминает Юдашкин и Альтернатив. То есть, вот сходятся мнения в схожести, вот, ну, с аналогией в ароматах. И последнее, что я заказала. Хочу вам показать, так, надеюсь, да, ничего я не упустила, все вам показала. Это, девчонки, очки, из-за которых у меня получился сбой в заказе. Забыла утвердить я заказ. Это очки Мишель. Очки я вот голубые, я вам говорила, сдала, так как они, ну, не сели. Вы знаете, получилось, что очки отдельно, я отдельно. И вот надеваешь их, и вот зазор, то есть у меня вот... Видно, да, вот это белое пространство, то, что вот в очках. И они прям, ну, не на переносицу никуда не сели. Наверное, вот, ну, слишком большие. И вот этот голубой цвет, ну, как-то, ну, не то на мне немножко, конечно, смотрелись. Поэтому решила рискнуть заказать Мишель. Вот такая же упаковка. Такой же неприятный запах. Но, вы знаете, сейчас вот уже меньше. Он немного подвыветрился. Это вот именно вот такой запах идет вот продуктов нефтепереработки от чехла. Приходят они вот здесь вот так еще запакованы. Немножко у меня пришли они с дефектом. Вот здесь вот, ну вот когда подтачивают, вот его немножко, вот чуть-чуть вот его видно вот здесь. Но
Вот так вот особо-то незаметно, но если вот так посмотреть, то чуть-чуть есть. Но вы знаете, я пока покрутила, думаю, там, в принципе, это внутри слишком не видно, поэтому их на складе нет, скорее всего, что я их оставлю. И вот здесь, ну вот, обычная такая пластиковая дужка идет. Вот здесь у нас, это, по-моему, не металл. Я сейчас даже посмотрю, что указано в составе, но кому-то не подошли, их возвращают. Если вам понравились, то можно взять. Да, материал оправы – это пластик и металл. То есть это у нас металл. Но здесь вот как заявлено, что здесь есть у нас ОФ-фильтр. Вот сейчас вот от очков тоже такой неприятный запах. Вот жженого пластика все-таки есть. Вот здесь у нас болтики внутри. Значит, это у нас все-таки металлические вот эти вот штучки прикручены. Так, ну ладно, много болтаю. Давайте вам покажу, как они на мне смотрятся, эти очки. Здесь вот получается черные дужки. Но вот эти уже, конечно, но они более такой вот классический вариант. На переносице вот здесь они мне сели хорошо. Вот даже немножко все-таки прям поглубже чуть-чуть хотелось. И вот здесь вот они тоже вот хорошо сели. Вот здесь вот у меня нету вот этого зазора, вот этого белого, как было в тех, потому что те, но ну, они вот прям совсем как-то вот так садились. А эти, в принципе, такие симпатичные, неплохие очки. Я считаю, что, ну, наверное, напишите, как вам, стоит оставлять их или нет. Но я думаю, что можно оставить и вот тоже их носить. А вообще, вы знаете, мне очень нравились очки от Faberlic. У нас как-то года два назад, может, кто помнит, была акция. Вот летом выгодная, где дарили сумку, вот эту гремящую с цепями, очки и платок. И вот те очки я даже вторые заказывала. Там действительно, вот девчонки видео видела, проверяли, что там вот есть вот эта защита, и они просто шикарные. Они садятся хорошо, они коричневые, эти взяла, потому что вот они черненькие отличаются, а те вот шикарно садятся, и я очень ими довольна, очень хорошие качественные очки, и тогда они вот приходили в подарок, а потом стоили недорого. Ладно, я, наверное, вас уморила, я люблю много болтать, я человек довольно общительный, в жизни стараюсь всегда быть на оптимизме, на позитиве. Поэтому, ну вот, много всегда хочется с вами поделиться, всем и все вам подробно рассказать. Вы уж, если что, вы уже знаете, что я всегда люблю много болтать. Прям меня сегодня на разговоры тянет с вами. Ладно, девчонки, до свидания. Пишите, что заказывали вы, напишите, как вам очки, понравились, не понравились. Обязательно покажу вам новинки, ждите новинки. И заглядывайте в мой инстаграм, там тоже вот то, что я заказываю, вот фотографии будут появляться на Малафтелин. Я вам, когда попользуюсь, попозже расскажу свой отзыв, обязательно с вами поделюсь. Ну а теперь до свидания, до новых встреч на канале. Пока!